Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Реактор, и мы продолжаем прохождение The Walking Dead, и давно я уже соскучился, мне интересно, чем закончится этот второй сезон. Нужна помощь? Все нормально. Иди проведай Эй-Джея. Блин, ну и назвал ты его Эй-Джей. Какие-то странные имена у вас. Американщины. Экскаватор. Экскаватор. Жаль, что он не достроил этот дом. Он, может, рабочий, который им управлял? Наверное, да я угадаю, наверное, у них была веская причина. Это что, Майнкрафт, что ли? Дома из кубиков строят. Нормально. Я всегда знал, что у них картонные дома. Они настолько. Ты чё куришь? Ты же не куришь. Want one? Хочешь? Конечно. Нет, спасибо. No, thanks. Нормально, тётя. Do you remember, помню, что ты сказал, когда мы впервые встретились? На той лыжной базе. Хватило всего одного взгляда, как тут. Ну нахрен, ей нельзя заходить внутрь. Ты мне сразу же понравилась. А, вот когда она тогда запомнила ты это. Ты тогда когда-нибудь... Ой, ты когда-нибудь делала что-то, о чем потом жалела? Даже если ты знал, что это необходимо. Но руку отрезал. Я сожалею о том, что отрубил руку Сари. Сарить. Нет, тебе не надо было попытаться. Ой, тебе надо было попытаться ее спасти. Ну знаешь, я могу сказать только одно о Люке. В любой группе есть человек, который будет подвергать всех опасности. Но я не думаю, что он всегда таким был. Позволь мне кое-что у тебя спросить, Клем. Когда в последний раз что-нибудь... Не успел прочесть. Я думаю, люди уважают меня. Серьезно? Я так думаю. Вот и хорош. Вот и хорошо, родная. Знаешь, я много где побывал. Я знал многих людей, особенно мужчин. Мне много чего обещали. И ни одного из этих обещаний они не сделали. Я начинаю думать, что у нас может быть другой выход. Ты обкурила, что ли? Схожу отлить. Точно обкурился. Ходит как мужик, там что-то разговор какие-то такие. Сишку, это, говорит, будешь стрельнуть? Так, что тут у нас еще есть? Генератор. Интересно, рабочий? Сломан. Фак. Такое ощущение, что он скоро развалится. Вот и я о том же. Что за конструкторы? Архитекторы, блин. Что это за дом такой? Два глаза и рот. Входи в меня. Входи в меня полностью. Сумасшедший. Вошла? Странно. Эй. Майк и Арва не затыкались, я его перенесла сюда или одну. Не понял. Я уже видел его таким. Ругается там, матерится. Такое с ним все. Да его понять можно, с ним все будет в порядке. С ним все будет в порядке. Клем, еще был удар, и пацан бы скончался. Кенни уже давно не в порядке. Он на нервах. Я знаю, что Кенни хороший, Клем. Думаю, что Карвер тоже когда-то был хорош. Наверное, у него была хорошая работа, красивая жена.
А потом случилось все это. И однажды он избил кого-то до смерти и понял, что может жить с этим. Кенни не Карвер, но это правда. Кенни не Карвер. Он просто совершил ошибку. Я просто предлагаю задуматься. А что, если ты не права? Нет, я уверен. Вы знали друг друга долгое время. Рано или поздно придется решить, стоит ли чего-то ваша дружба. Ты же видела, как он пушись... А, ты не был с нами. Он же был пушистик, когда у него все начало этот на лыжной базе нормализовываться. Я думаю, он хочет есть или что-то в этом роде. Ну так титька-то у тебя. У меня-то вообще плоскогрудка. Ну, видишь, ртом даже сисю мне. Похоже, что ты такое уже делала. Точно. Хочешь поправим? Хочешь попробовать? Ни за что, он срыгнет. Клем, нет. Держи его вот так. Эй, привет. Меня зовут Джейн. Он сейчас срыгнет. Не выдумывай. Он срыгнул. Гадость. Здесь осталось немного. Когда-то давно я убегал из группы людей из Вашингтона. Одного парня поймали посреди перекрестка. Не могу вспомнить его имя. Он звал меня Мэри Джейн. Придурок. Короче, этот дебил застрял под машиной, прячась от дюжины ходячих. Один за другим они бежали, чтобы спасти его. 4 человека погибли, пытаясь спасти его. Так он выжил? Пятеро. Потом мы узнали, что он укушен, превратился и впился в шею одной старушки. Вот сволочь. Ее взгляд. Она просто смотрела в небеса, как будто увидела птицу. Слушай, Клем. Завел. Он ее починил. Майк так сразу. Кенни, я с тобой дружу, забери меня. Завелась? Ну а то. Глупый вопрос, машина завелась, она работает на холостых. И он спрашивает, завелась? Да мне это, я просто пукаю. В так двигателе. Ну так, каков план? Сколько у нас еды? Мы должны найти место для ребенка. Для начала уедем куда-нибудь, где нет снега. Не следует нам всегда поискать новых людей. Мы должны найти место для ребенка. Ага, да, что-то теплее. Согласна. Мы должны вернуться на юг. Что? Мы замерзаем до смерти. Не знаю, что придумаю. Не знаю, кто придумал идти в Веллингтон, но эта идея ужасна. Да, там Веллингтон не холодно. Она права. Что если мы вернемся в лагерь Карвера? Погоди, что? Да ну нахуй, я вообще туда... Ой, я вообще думаю о Техасе. Техас? Ёбнулся? Это просто предложение. Мы уже говорили об этом. Прости-ка, говорили? Мы будем искать Веллингтона. Ведь так, Клем? Веллингтон? Все, на меня спихнули. Поддержу Джейн, то есть всех остальных. Все будут как бы на меня обозляться. Кенни там, о, да сюда, там, это, ты мой кореш. Не, наоборот, что-то я перепутал. Все там, о, Клементина, ты с нами, бла-бла-бла, ты хороший девочек. Кенни на нас обозлится и вообще он психанет и умом тронется или еще хуже, что произойдет. Шлепнет кого-нибудь. Или уйдет один. Или же поддержать Кенни. Кенни, там, иди сюда. Все меня такие... Кенни, здесь холодно. Я согласен с Кенни. Нам стоит ехать на север. Еще как.
Клем! Моя подруга Крис тоже рассказывала мне о Веллингтоне, Джейн. Мы должны ехать туда. Там, говорят, зомби нет. Слушайте, мне глубоко похуй на то, что вы там себе надумали. Это я починю машины, я решаю, куда нам ехать. А едем мы ебучей сею, так что... А Арво? Кто? Русский, что ли? А, он поедет с нами. Мы просто оставим его тут? Мне похрен, что будет с этим пацаном, он не поедет с нами. Давайте спросим его, чего он хочет. В этом есть смысл. Он знает эту местность, он может помочь нам. О, да, за последнее время он отлично нам помог. За него Люк погиб. Я не говорю, что он нам особо помог, но если бы ты вел себя с ним помягче... тебя там на льду, ты бы об этом задумался. Так или иначе, я не собираюсь ехать куда-то посреди ночи. Да, я тоже. На дороге нас может поджидать стад ходячих. Хочешь запачкать свои руки крови ребенка? Мы все тут умрем, если ты к хуям не успокоишь скин. Может, хватит на сегодня ссориться? Ёбаный в рот. Вспомни, когда в последний раз у нас была рабочая машина, и мы сидели на жопах ровно. А Клем? Я пошла в дом. Кенни, ты чё завёлся? Чёрт подери. Ты не можешь просто уехать от нас. Пытайся образумить его. Ради его же блага. Черт подери, мать ваша, вот же ебучий. Съебывай отсюда нахуй. Это я. Клем, извини. Просто дай мне секунду. Закрой дверь. Ты можешь в это поверить, Клем? Я починю машину, они ведут себя так, будто я насрал им в тарелку. Я знал, что Джейн заноза в задницу, но я думал, что хотя бы у Майка есть мозги. Короче, можно чисто поддержать Кенни. Кенни, ты прав, ты во всем прав, там они все козлы. Почему мы не можем просто поехать завтра? Понимаешь, у нас есть всего на день еды для ребенка, вот и все. Ага, ну что. Клем, подумай о Ребекке и Элвине. В смысле, за... А что бы... Нет. В смысле, а что было бы, если Ли не пошел... Не прошел половину Джорджии в твоих поисках? Многие люди погибли ради тебя. Многие погибли, чтобы мы предали весь путь. Знаю, ты прав. Не зря нам Джин как раз про это и говорил, то что... Ради одного человека там пошли все спасать его, там в итоге он сам был укушен, там и четверо погибли. Кто-то должен держать группу сплоченной, этот ребенок зависит от нас. Вот бы Ли тут был. Как ты думаешь, что он бы ему сказал? Никому не доверяй, держи группу сплоченной. Что у него нет ответа на... На все вопросы. Я думаю, он бы сказал мне, постарайся держать группу сплоченной и чтобы мы должны продолжать идти. Думаю, ты права. Мы не можем просто бросить ребенка. Какой тогда вообще смысл выживать? Такие люди, как Ли, знают это. И чего они не понимают, такие как Джейн. Я понимаю, что Веллингтон может быть выдумкой, но, думаю, без огня не бывает. Криса тоже слышала о Веллингтоне, ведь так? Знаешь, когда я увидел тебя на лыжной базе, то подумал, что сплю. А когда ты села ко мне, и мы разделили еду, я заметил, что ты изменилась, повзрослела. Я чувствовал гордость, а я давно ее не чувствовал.
Но сейчас ты нужна мне, Клем. Ну, мы вдвоем не справимся. Да, но мы не справимся в одиночку, нам нужны остальные. Вот почему я хотел быть уверен, что могу рассчитывать на тебя, Клем. Мы должны убедить их, ты и я. Давай, решим все завтра утром. Пошли, поспим немного. Мы должны быть готовы. Ну и этот, еще не переживать то, что я ставлю на паузу, просто чтобы успеть прочесть и не пропускать половину слов. Мне самому, если честно, надоело нажимать и прочитывать, дочитывать. Потому что кто-то быстро говорит, кто-то медленно. Тут подушка выбивает. Что за стуки? Кого убьют? Дрова колет. Ну не томи, подойди к окну, что ли. Шланг, что ли? Машину спиздить захотели. Суки. Не двигаться. Тихо, спокойно. Не приближайся. Клем, черт. Что вы делаете? Несу оставшийся. Клем, брось нас, решение. Мы уезжаем. А сейчас просто отпусти пистолет, ладно? Куда вы собрались? Куда угодно, главное, что... Что ты имеешь в виду? Послушай, Клем, мы просто хотим сбежать от этого парня, понимаешь? От кого? От Кенни? Клем, черт подери, мы просто... У нас нет на это времени. Просто не шуми, Клем, пожалуйста. Ну ладно, Клем. Я знаю этот маневр. А и Джейн бросили. Кенни, Джейн, помогите, они хотят украсть машину. Вот сволочь, а. Нет! Господи, Клем, Клем, Бонни, нам нужно идти. Не трогай меня. Прошу, прошу, прости, я не хотел, чтобы так вышло. Боже, Клем. Какого хуя вы натворили? Клем. Что вы натворили? Клем. Клем. Вот пидор. Это не русский. Это американец, выучивший русский язык и косит под русским. Но это, сука, американец. Я отвечаю, это американец. У него акцент даже. Никакой он не русский. Пидорас. Ебучий. Клем. Клементина. Да ладно. Шутите? Где? Это всего лишь кошмар, солнышко. Нихуя себе! What was it about? Что тебе приснилось? Дак? Дак? Он укушен. We don't know how this. Мы еще не знаем, как действует укус. Может быть, это похоже на простуду. Кстати, я заметил, что у
Ли и Клементина разные диалоги, то есть у Ли такие более какие-то расширенные и более такие влиятельные на что-то, а у Клем какие-то простые слова. Это очень даже прикольно, реалистично. Может быть, он не пох... это не похоже на простуду. Его мама врач, может, она поможет ему. Это не похоже на простуду. Нет, наверное, нет. А я, по-моему, так же отвечал. Она мне, по-моему, так же спрашивает, я так же отвечаю. Я чувствую себя виноватым. Почему? Я назвал его Плакса, когда ты предложил жуков ему на подушку. О, ничего страшного, солнышко. Ты ведь не со зла? Ли? Что? Почему Лили поступила так с Карли? Сволочь она. Я не знаю. Она была расстроена, Клим. Порой люди выходят из себя. Она была зла из-за отца? Ага. Клим, люди не всегда поступают разумно. Почему? Потому что плохие вещи случаются с каждым. В такие моменты сложно держать себя в руках. Как думаешь, нам стоило позволить Лили остаться? Я не знаю. Я тоже. Не знаю, все ли мы сделали правильно. Как можно узнать? Это ведь не математика, Клем. Иногда верного ответа просто нет. Ненавижу математику. Я тоже, солнышко. И я тоже. Часть взросления делает все, что в твоих силах, для людей, которые тебе не безразличны, даже если приходится причинить боль кому-то еще. Я не хочу делать кому-то больно. Все не так просто. Не страшно ли? Что я могу сказать, чтобы тебе было стало лучше? Ты не оставишь меня, что мне придется? Что ты не оставишь меня? Ни за что. Обещаю. Все будет хорошо. А ему приснилось то, что она это в зомби превратилась. У меня два варианта. Либо это просто такой шокирующий этот, типа это все был сон. А либо второе это. Давай немного поспим. Либо это просто этот. Она. Хорошо ли? Ну там. Помирает. От выстрела. Вспоминает прошлое. Я все же сон был. Налево. Убавь скорость, захлопнись. Она очнулась. Эй, привет. Клем, слава богу. Ты отключился из-за болевого шока. Что произошло? Этот русский кусок дерьма выстрелил в тебя. Взяли машину, чтобы ты не замерз. Как ты себя чувствуешь? Больно. Мы не нашли пуль. Должно быть, прошла на вылет. Да, конечно, на вылет еще. Сокурсные. Некоторые уверяют, рана будет ныть. Вот сукины дети. То есть, я ожидал подобного от русского, но... Майк? Я так и думал, что они что-то замышляют. Не думал, что они зайдут так далеко. Не верю, что они так поступили. Я думаю, они не видели другого выхода, кроме как уйти. Ага. Что ж, в любом случае они ушли с катертью дорожкой.
Слушайте, а картина чем-то напоминает. Кенни также за баранкой. Только заместо его жены Джейн и тоже с ребенком. Только не с умирающим. О, цирк там какие-то. А, это и елки, блин. Теперь, когда Клим очнулся, нам стоит обсудить, когда мы, куда мы направляемся. Держимся на север. Зачем? Чтобы найти Веллингтон? Меня хера не устраивает. У самой это и есть план получше. Нужно ехать на юг, лагерь Карвера. Лагерь Карвера? Что это, блядь, за план такой? Веллингтон не так далеко, стоит продолжить искать Джейн. Клем, ты не можешь знать наверняка. Она высказала свое мнение, Джейн. Клем, пожалуйста, это самоубийство. Почему бы... Что вы все этот любите-то? Ругаться. Почему бы не... Не дать ей хоть раз решить самой? Ты же относишься к этому. Ко мне? Даже если мы движемся в верном направлении, у нас найдут... У нас уйдут недели на то, чтобы найти Веллингтон. А в лагерь мы вернемся за пару дней. Знаешь что? Мы развернемся только в том случае, если ты сможешь отцепить мои руки с баранки. Что скажешь? А, ладно, я сдаюсь. Бери свои ноги с панели. Давай поиграем, Клим. Когда я смотрю по сторонам, то вижу мудака. Твоя очередь. Повзрослей. Иди к черту. Вы обе ведете себя как дети. Я не могу разговаривать, черт его, дорогу. Держу пари, это не единственное, чего ты не видишь. Захлопни свое хлебало. Хватит с меня игры, Джейн. Иди в жопу, ты нихуя обо мне не знаешь. Ты не права, я знаю, что ты из себя представляешь. Ничего, ты никому не нужна, и тебе не наплевать на всех. Кроме себя, это значит, что ты ничтожество. Да что с тобой, дело в твоей семье, так? Не начинай. Я ведь права, не так? Я предупреждал тебя, пизда тупая. Сиди за дары. Заткнитесь оба. Не вмешивайся, Клем. Не говори ей, что делать. Слушай сюда, если ты еще раз хоть что-то вякнешь о моей семье, я тебя прикончу. Боже правый, как я уже устал от этого дерьма. Просто затормози, я не собираюсь это терпеть. Что? Опять сбегаешь? Как же, блядь, неожиданно. В конце концов, ты все равно заботишься только о себе, а? А где ты был, когда умерла Сарит Кенни, а? Где ты был? Я был там, я не смог, ебаный в рот. Я любил эту женщину. Никто не виноват в том, что люди гибнут. Мы все хотели держаться вместе, но все пошло наперекосяк. Но ради них мы должны сделать все, что в наших силах. Прости, Клем, но я больше не могу мириться с этим дерьмом. О, это чувство взаимно. Ты знаешь, что о тебе думают люди, Кенни? Ты просто бомба замедленного действия. Все шепчутся за твоей спиной, потому что боятся тебе. Это неправда. Майк, Бонни, Сарита. Это неправда, ебучая ты лгунья. Все, кто находится рядом с тобой, знают, что рано или поздно они погибнут. Это знал Сарита, это знаю я, это знает и Клементина. Я сказал тебе, не говори о моей семье. Иди нахуй, сука ебучая. Чёртовы американцы, а. Катись к черту, сукин ты сын. Боже. Ты как? В порядке. Как же Эйджи? Он в порядке. Уверен? Да. Клем, а ты как? Я в порядке. Кенни, я. Погоди. Объезжай. В одной из них могло остаться топливо. Не стоит нам здесь там. Все равно топливо заканчивается, выбора нет. Когда я скажу, что все нормально, подъедьте ближе. Кенни такое лицо сейчас. А интересно, если топлива мало, то как они рассчитывали вернуться назад? Машины-то не было по дороге. И что случится, встретимся с вами. Хорошо. Кенни. Какой же он мудак. Боже. Я больше не могу. Я не шучу, Клем. Вы оба перегибаете. Клем, ну я ведь говорю правду. И ты это знаешь. Да какая разница?
Вот зачем этот трогать палкой говно? Ну, пускай оно лежит и воняет. Чё ты его трогаешь-то? Вот есть такие люди. Этот, вот его не трогаешь, он белый пушистый. Вот, а есть такие люди, которым надо его трогать. Тут вывозится. Есть такие, блин. Ты его не трогай, все. Клем, мы можем уехать прямо сейчас. Ты серьезно? А Эй-Джей? Слушай, я знаю, что вы близко, но Кенни никогда не отпустит его. Это наш шанс, Клем. Ты никогда не хотел узнать, каково это, жить самой по себе. Что за выстрел? Здесь холодно. Почему они двигаются? Должно быть, тут недостаточно холодно. Блять. Вытащи нас из сумки. Я не умею водить. Видишь педаль внизу? Дави на нее. Что ты делаешь? Быстрее. Боже. Блин, он проломил. Бля, выбирайся отсюда. Дверь заклинила. Ах, блядь. Их все больше. Вперед. Клем. Клем, быстрее. Выбирайся, Джейн. Джейн, погоди. А, все, пошел наперекосяк, а. Джейн. Как они по таким сугробам ходят? Да, это не в машинке сидеть. Так, ты кто у нас тут такой? Стрелять я не хочу. Кто еще нет? Плюс то, что они меня не видят нихера. Не, выстрелить не надо. Все сбегутся. Да и патроны. Че их трогать? Ух, нихера ты не видел? Да тут такие сугробы должны быть. Ветер, снег. Куда идти вообще? Блин, ну я так надеялся, что она проснулась просто. Когда начнулось, что все нормально, тут все, мы втроем, ла-ла-ла, все чики-пуки. Угу. Нихера не чики-пуки. Куда вообще иду? Че это? Станция, что ли, как? Или городок? Детский городок. Мы опять одни, блин, да? Что там написано? Playground. Место развлечений, короче. Привезли, да. Джейн? Кенни. Ты в порядке? Да. А где он? Где ребенок? Ребенок с ней. Ты оставил с ней ребенка? Джейн! Что значит оставил? Джейн! Вон она.
Погоди. Слава богу. А ребенок где? Джейн, ты в порядке? Где ребенок? Джейн, где он? Где он? Он. Джейн, что ты сказал? Нет. Нет. Нет, только не снова. Только не снова. Клем, посмотри на меня. Не встревай в это, что бы ни случилось. Ты что наделала? Не встревать во что? Ты должна мне доверить. Сейчас ты увидишь его истинное лицо. Кенни, успокойся, не делай глупостей. С дороги. Кенни, ты могла убить ребенка. Я его не убивала, это был несчастный случай, Кенни. Пиздешь. Заткнись. Кенни, пусть она выскажет. Хватит с меня разговоров, Клем. Клем, отойди. Дайте нож, я сам зарежусь. Не подходи ко мне, сукин сын. Кенни! Пошла на нахуй. Хорошо, остановитесь. Джейн! О, господи. Бледина. Я никуда не пойду. Чё надо было? Я убью тебя нахуй. Да блядь, сука, а? Прекратите секунду, сейчас с него достаточно. Джейн, что ты творишь? Да послушайте вы меня. Ебучий где-то убийца, твою мать. Меня заколебали. Кенни, это уже край. Я убью тебя нахуй. Я знал, что ты это сделаешь. Теперь выбор убить. Сдохни, блядь. Ебучие. Прошу. Прости меня, Кенни. Are you okay? Yeah. Да, думаю, да. Сука, нахуй! Я бы лучше вообще бы не играл в эту игру. Так привязался к Кенни, блин. Потому что как лучше у друга убить. Сволочи. Клем. Лем. You made the right choice. Ты сделал правильный выбор. I let you down. Я подвел тебя. Зачем ты вынудил меня это сделать? I'm sorry, прости меня, Клементина. Мы почти добрались. We were close, мы были близко, не так ли?
Я думал, что хочу умереть. Я так долго молил Бога о смерти. А теперь я напуган. Все хорошо, Кенни. Ты снова увидишь Катю и Дака. Ты всегда заставляешь улыбнуться. Надеюсь, он будет там счастлив. Давно хотел этого. Я ведь так и знал, что она просто спрятала. Господи, Эй-Джей. Сука, а? Специально ведь натравила. Кинь на себе. Ты в порядке? Он жив. Я понимаю, что ты расстроена. Из-за тебя я убил лучшего друга. Эй-Джей, ничего не угрожало. Я просто... хотел уговорить тебя пойти со мной. Я подумал, что если ты увидишь Кенни в таком состоянии, то поймешь, что мы должны его оставить. Клем, не жаль. Расстроен? Ты ебнутая, как ты могла? Мне пришлось это сделать. Ты видел, как он отреагировал? Я хотел показать, на что он способен. Получается, ты подвергла Эй-Джея опасности и убил моего друга, чтобы доказать свою правоту? Это было глупо. Мне не следовало лгать тебе. Но я знал, что только так ты сможешь увидеть его истинную лицо. О, Господи. Кенни, ты должна простить меня. Прошу. Мы просто можем уйти. Чем-то похожа вот эта ситуация на с первого сезона, и не зря нам еще вот это дали. Вот эти все диалоги, это что-то разработчики от нас хотят проверить. Когда мы играли за Ли, и она рассердилась там из-за отца, и то, что мы с Кенни завалили ее отца. И как бы она убила нашу возлюбленную, просто так. Чем-то эта ситуация тоже схожа. Кенни наш друг за место девушки. Потом, значит, но это ничем не огорчено. И как бы решается с того ни с сего просто так вот, типа, обезопаситься. И нам повторяется такой же выбор. Оставить ее или пойти с ней? Я бы, знаете что, я бы такой не прощал бы. Я бы сказал, да иди ты нахер. Но... учитывая того, что я маленькая девочка, 11 лет, у меня есть грудной ребенок, я нахожусь в ебаном месте зимой, с малой подготовкой к выживанию, притом вдвоем, в такой ситуации я просто не выживу. Поэтому я тебя прощаю. Я прощаю тебя, Джей. Но только чисто из-за того, что не остаться одному. Спасибо тебе, Клем. Спасибо. Ты была права насчет Кенни все это время. Ты знала, что он сделает. Теперь все кончено, Клем. Ну, она действительно есть доля правды. Она как бы говорила, мы говорили, все нормально с ним, все будет хорошо. Все было бы с ним хорошо, если бы у нас не было таких опасных ситуаций бесконечно. Тогда бы он нормализовался. Давай, просто забудем про это. Мне интересно, что вы сделали с Майком, Бонни и Арво?
Блин, как эта игра любит трахать мозги. Просто поражайся над этим. Сначала они тебе втирают в доверие там людей, потом заставляют тебе их убить, там их выставлять плохими. Играют с моими, блин. Чувствами. Сволочь. Но все же, 9 дней спустя, но все же эта игра чем-то учит. Вот так бы я бы сказал. Но чем, это вы решите сами для себя. Решили вернуться? Ничего я отсюда не вижу. Пошли. Действительно, это самое безопасное место было бы. Ку-ку. Я рад, что ты не смотрел на это. Я и не такое видел. Фу, на тройку. А вот еда. Клем, тут есть смесь для ребят. Бонни не врала. А, Вов, послушай, Бонни. Можно было даже, кстати, с Бонни и с Майклом бросить Кенни и уехать сюда. Может, нам стоит здесь обосноваться? Посмотри, как все неплохо. Просто держись рядом. Клем. Это кто еще такой? Пошли. Похоже, у них нет оружия. Это ваше место? Да, наш. Серьезно? Да, а что? Нам нужна помощь. Моему сыну, ему плохо. Что с ним не так? Послушайте, не нужно волноваться. Он не укушен, он просто голоден. Мы неделями уже скитаемся. Несколько дней уже ничего не ели. Это ваш ребенок? Девчонки, вы откуда? Тебе какое дело? Ничего плохого не имею в виду. Лучше вам не знать. Да уж. Мы все многие пережили. Не спускай с него глаз. Это место не помешает ремонту. Да? Мы можем помочь вам. У нас осталось мало еды. Пожалуйста. Мы не потянем еще одну ночь на улице. Чуть-чуть дать им все. Послушайте, я понимаю, вы нас не знаете, и я знаю в этом мире много ненормальных, но я прошу вас, как отец, не оставляйте нас тут на погибель. Даже не знаю, Клем. Их не знаю. Ты действительно хочешь снова через это пройти? Почему нет? Пожалуйста. Входите. Спасибо. Обойдите лагерь слева. Или справа. Ты уверена? Лагерь разгромлен. Не знаю, надолго ли хватит еды. Возможно, мы сможем возродить это место, Джейн. Тут мало что осталось. Но мы сделаем это место лучше. Просто не спускай с него глаз, и все будет хорошо. Да, зрелище тут, конечно, не из приятных. Меня зовут Патриция. Джейн. Я Джейн. Спасибо тебе, Джейн. Не стоит благодарности. Мы вам так благодарны. Хорошо. А у него рука-то была за спиной. Клевая эта кепка.
Ага, спасибо. Игра производства Telltale Games. Основан на комиксах Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адлера. Так, и мои выборы. Эпизод 5 «Назад дороги нет» и Protected the Baby. Защитили ли вы ребенка? Вы 84% защитили. Ну, это когда под пули кинулись. Риск. Went to help Luke. Попытались ли вы спасти Люка? Ну, или пошли ли его на помощь? Короче, 49, ну, почти 50% попытались спасти Люка. Ask it to leave, which Mac, Mike. Лояльность. Leave, не помню, блин. Что-то про спрашивание Майка, что ли? Ладно, сейчас. Выстрелили в Кенни. 69% выстрелили в Кенни. Почти 70%. Вот так вот. Ну, для кого-то, может быть, он не был другом. Может, для кого-то был. Вот чисто для меня он был другом. Вот. И с первого сезона, и во втором я все надеялся, что он... Мне пришлось это сделать. И он, в принципе, меня за это не винит. Он сам, наоборот, извинялся. Но это, скорее всего, вот это последнее. Это, наверное, просили ли вы Джейн? Или впустили ли вы семью? Не знаю, давайте я вот эти... Вот этот и вот этот посмотрю. И... подсоединюсь. Итак, короче, это что-то попросили остаться с Майком или я так и не понял, в общем, переводчик мне так и не объяснил, но факт тот, что 90 почти, ну да ладно, 94% так же, как и я, сделали что-то. Я, честно говоря, что-то не помню этот момент. И не знаю, может, вы напишите в комментарии там или покажете. Или я пересмотрю как-нибудь потом. В общем, это что-то связанное с Майком. И это лояльность. Так, а... Friendship, который... это вы и 36% игроков. Ну, почти 37%. Остались Джейн и семьей, то есть, которую вот мы приняли. А остальные игроки просто либо остались одни, либо, наверное, выбрали Джейн, но не впустили семью. Не знаю, как это все произошло. Да и не знаю, как бы даже обернулся то событие, когда... У него часто рука такая была, типа он за спину держится, на самом деле там было оружие. Вот. И, скорее всего, если бы мы его не впустили бы, он, наверное, просто нас шлепнул. Все, мне так кажется. Не знаю, надо это проверить будет. Ну, что я еще скажу? На этом заканчивается второй сезон The Walking Dead, Ходячие мертвецы. Честно говоря, поначалу мне все нравилось. То есть люди там, община. Новый people. Мы также были с Кристой одни, это все было печально, но когда мы встретили новых людей, мы как-то преобразились там. Новые люди все-таки. Какие-то теплые отношения, они приняли нас в свой дом. Пускай даже не верят там. Потом все погибли так. Печально. И все, что от них осталось, это вот AJ, то есть ребенок Элвина и Ребекки. Кенни же встретили Кенни, нашего друга, друга Ли, которого мы застрелили по моей просьбе. И
разработчики специально поиздевались над Кенни, сделали его, ну, злым каким-то это, что все такие, о, Кенни плохой, Кенни плохой. Да его и в первом сезоне-то не все любили, но то, что у него была жена, там, ребенок, он был там, ну, молодым дурачком, а Ли ему там, как бы вставлял в нужное число и Кенни убеждал. А так как мы играем за Клементину, у нас словарный запас маленький, и Кенни нас даже порой в таких ситуациях вообще не слушает, а то и говорит, заткнись там и все, типа не вмешивайся. А Сли такой не прокатит. Вот, и поэтому много где нас не слушал. Мы пытались вразумить Кенни, но, видите, не получалось, потому что он потерял одну семью, потерял вторую семью. Все катится в тартарары, там, еще тут на него наезжают люди. Вроде тут сначала все наладили, тут, когда сидели и выпивали. Но этот русский, блин, это ни хера не русский, это американец, просто выучивший русский язык, и все. Русские так не поступают. Это американцы тут все такие там хорошие, бла-бла-бла. Русские такие плохие, они стреляют. Вот это я оставляю жирный минус вот этому действию. То, что они показали, вот это вообще просто пипец, я бы так сказал. Это бред вообще. Да не может такого быть там. Да это вообще русские не такие чмо. Как этот. Ну и не те, которые стреляли с нами. Все в татушках там. И типа брос по столу, там, мать твою, там, застрелю мар головы колю. Ну на этом закончился наш марафон, наверное, на прохождение The Walking Dead. Первый сезон мы прошли, второй прошли. Не знаю, будет ли третий, я не слежу за новостями. Выйдет, сниму. Не выйдет, а может еще чем-нибудь выйти, как 400 дней. Если выйдет, я сразу вернусь и пройду. Что касается первого сезона, кто не смотрел, а начал со второго, я бы вам рекомендовал, ну вы уже посмотрели, если уже слушаете сейчас. А если вы с первого сезона смотрите, то нормально. Вот. Для тех, кто смотрит, начал со второго, то ссылки есть в описании. Щелкайте, смотрите. Ну, с вами был Реактор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, как вы бы поступили в тех или иных ситуациях. Либо на форуме, ссылка также все есть в описании. Либо в группе ВКонтакте, либо под видео. До скорой встречи.